Народный праздник Амал празднуют сегодня казахстанцы. Этот долгожданный день встречают с обряда Куэрсу, что означает теплые встречи, объятия и добрые пожелания после долгой и холодной зимы. Тамара Степанова расскажет подробнее. Для кочевников праздник Амал – один из значимых. Летом они пасли скот на Джаляо, а зимние стужи проводили на зимовках. Поэтому встречи были редкими. Навестить многочисленных родственников и друзей удавалось только с приходом весны. Люди собирались под общим шанераком, чтобы пожать друг другу руки и рассказать, как прошло время в разлуке. Мы должны передать подрастающему поколению глубокий смысл Амал Мирама, одна из главных традиций праздника Куэрсу – рукопожатие. Люди приветствуют друг друга, желая добра. Младшие идут в дом старших, просят благословения у аксакалов. Те, кто был в ссоре, мирятся и прощают обиды. Праздник Амал с нетерпением ждут все местные жители. Люди радуются наступлению теплых дней, навещают друг друга, справляются о здоровье. Испокон веков этот праздник объединял людей, согревал их души любовью и радостью. В этот день мы едем к родственникам, приветствуем старших по возрасту, поддерживаем друг друга, стремимся к гармонии и единству. Амал символизирует окончание зимы и начало Нового года по восточному календарю. Через неделю придет Наурыз. В каждом доме будет накрыт праздничный дастархан, где самым главным блюдом, конечно же, станет Наурыз Кожи. Тамара Степанова, Растанбек Кенже, Тимирлан Султангазиев, Атырауская область, Хабар 24.